Тут главное не спешить. Надо бы эти доски убрать. Мне кажется, это что-нибудь ассоциировано, в отличие от термов. На зиму, думаю, могут и не выдержать. Такие вот подберезовички. Хорошо, плотненько. Подберезовик. Так. Еще один. Ну, такой уже. Червивый. Не пойдет. Сейчас соберу. Вот здесь кто-то место отметил. Ленты. Вон там. Такой вот. Наверное, червивый. Посмотрим. Нет. Чистенький. Так, ну это уже старенький, черноголовый здесь давно, наверное. Чего? Да я здесь на одном месте стою, а к тебе подойду. Старый. Ну, здесь тоже. Вон еще один грибочек. Вот там вот еще один. Здесь вот еще два. Может, и ничего. Там еще один большой. Ух ты! Это повезло. Это повезло. Вот это красота. Еще один. Вот этот большой. А вот это вот красота. Еще один. Черноголовик. Так, смотрим дальше. Не пропустил, красавца. Срежем. Маленький такой. Чудеса. Так, тут кто-то корзинку оставил. Можно отсюда взять парочку грибочков. Конечно, защелкнуть. Пойдет. Крутые, да? Да. Ну, водянистые? Ну, да. Потому что дождь был. Конечно. А он подберезовик, тоже космический, такой белый. Картиночку. Все на одном месте. Ну это космос. Две штуки.
Вот это я даже не заметил, кстати. И щуку поймал ты, да? Ух ты. Ну вот это вообще, конечно, это вообще супер, супер гриб. Просто классный грибочек. Здесь все. О, вон еще один грибочек. Все на одном месте. А здесь кто-то резал. Может быть и я. Подберезовик. Вон уже сколько грибов. Сейчас. О, маленький подберезовичек еще. Здесь хорошо грибов. Так. Вот этот большой? Хорош. Красотень. Зачет. Вон я вижу еще впереди. Пойдет. Пойдет. Здесь можно не заметить. Все. Здесь старый. Так. Это у нас старенькие подберезовики. Здесь большие пока я вижу только. Но вот это черноголовые кино, они большие уже. Переросшие. Вот там тоже какие-то грибы стоят. Поганок много. О, подберезовичек такой зачетненький, такой вот плотненький. Еще у нас такой подберезовичек. Хороший, красота. В корзиночку. Так. Такой вот подберезовичек. О, а вот тот еще лучше. Это вообще красота. Такой. Корзинку его. Вот эти вот лосины постоянно залезают под кепку, кусаются. Так, тут у нас старые грибочки. Еще такой маленький белый подберезовичек. Такой. Чистенький. Берем. Ух ты. Вот это да. Вот это подберезовщик, так подберезовщик.
Ух ты, вот это грибочка. Вот это да. Такой вот подберезовичек. Сейчас выкорчевываем аккуратненько. Два таких беленьких, плотненьких грибочка. Вот другой вид подберезовика. Так, вроде бы похоже. Вот такие вот. И вот черноголовик. Вот у меня в руках четыре вида подберезовика. Белый, коричневый и черный. Вот такой вот пока улов. Пахнет тут таким травой смешано. Грибной запах есть такой. Красота. Еще один. Ой, это хороший. Такой с плотной ножкой. Крепыш. Чудесный гриб. И тут рядышком рос. Плотненький. Корзиночка потяжелела. Сосны здесь большие растут. Проходим подальше. Так. Ох ты, красавец. Ну, старенький уже. Потрогаем его. Пускай дорастает дальше. Ху-ху. Да, это, конечно, кайф. Я здесь раз. Опа, птица какая-то тут была. Два грибочка. Три грибочка. Пять грибов. Очень неплохо. Тяжелеет и тяжелеет. Это, конечно, приятно. Воздух свежий. Листочек. Самое то. А тут еще одна отметочка. Для чего тут ставят их? Охотники, наверное. А нет. Смотрите-ка. Что здесь написано? Газ. Интересно. Тут трубу хотят вести, что ли? Почему здесь газ написано на это? Кто работает в этой сфере? Напишите комментарий. Что это может быть? Какие тут красивые белые подберезовички. А тут даже есть в мху еще один спрятался. Белый подберезовик. Так, пройдем сюда. Ух ты! Вот это красота! Вот это повезло! Да!
Вот это черноголовики. Вот это гриб. Таких бы полную корзину. Еще один. Это класс. Плотненький, большой. И еще один. Ну, это, конечно, царь всех черноголовиков. Ну, правда, вот он перерос уже. Хотя, сейчас посмотрим. Если чистый, то почему бы не взять? Да, чистейший. Возьмем. О, тут еще один спрятался. Класс. Красота. Такой. Еще маленький, хороший. Так, что у нас тут? Красоту! Прямо около дерева. Посмотрите. Это ж просто супер. Фу-ху. Вот это да. Вот. Вот. Вон там вот еще один. Ну это просто. Это супер красивый. Вот еще один здесь. Вот это черноголовики на миллион долларов, не меньше. Ну ладно, может, конечно, миллион — это слишком много. Вот еще такой вот. Две. Такие грибочки. Супер, просто супер. Здесь еще есть. Все в одном месте. И еще один. Да, повезло так повезло. Напал на место. А! Здесь еще у нас подберезовик. Супер. Тут, конечно, грибов хватает. Уже почти целая корзина. Дерево тут завалилось в корне. Вот еще одно. Там подберезовики вижу. Ух ты! Красота! Такие хорошие плотные подберезовики. Грех не взять. Такие плотненькие. Такой вот.
Масленок. Маслята. Ножку такая маслянистый сверху. Хороший вкусный гриб. Еще один масленок. Вот видите, такая вот у него юбочка. Вот это поганка. Этот еще один масленок. Их надо проверять. Часто бывает червивый, но этот чистенький. Масленок — это хороший гриб. Вот. Подберезовчик крепенький. Корзинка уже тяжелая. Вот еще подберезовички. Вот там еще один подберезовик. Но они такие какие-то не очень хорошие качества. Будем экономить место в корзинке. О! Что это у нас тут такое в траве? Еще один масленок. Ну это уже. Сейчас посмотрим. Да, но он уже он с червячками здоровенными весь едет. Березовщик. Там еще маленький, красивый. Такой вот. Еще один. Ну вот это вообще хороший. А? Да, подберезовый. Дай-ка подглядеть. Этого трогать не стал, да? Так себе. Да, большеват. Ну, посмотрим, у меня качество этих грибов-то получше будет. Не соглашусь. А вот ноточку сомнения я услышал в твоем голосе. Да, чуть-чуть не туда кладешь, вот так. Что, вот это переложить в мою корзинку? Да, пожалуйста. Легко. Не жалко, я еще найду. Так, подожди, где-то еще с той стороны видел. Это я два, еще был где-то здесь. Подберезовики, значит, уже не нужны. Вон там шикарный, да? Но он, походу, уже старый. Да вообще зашибись. Да, старенький уже. А вот это уже нет. Это можно взять. Это не старенький. Там тоже. Грибочки. У березы так стоит. Не, ну это уже, ну хоть и чистый, но подгнивший. О, это красивый подберезовик. Этот подберезовик выиграл билет к нам домой на сковородочку. Так, пройдемся сюда. Вот таких тут. Это даже лучше того. Но не лучше тех. Такие два. Ух ты. Тут видите. И семейка из подберезовиков. Там что за поганки? Вот сколько здесь поганок море. Среди поганок подберезовщиков.
щит такой. Вон там еще. Так. Пройду сюда. Глянем. Ох ты тут. Два больших черноголовика. Вон там вот еще один. Вот здесь. Типа маховика что ли. Такой здоровый маховик. Или это... Да, это такой маховик здоровый. Здесь только большие грибы вижу, маленьких не вижу. Ладно. Вот тут неплохо, неплохо. О, поменьше маховичок. Это маховик. Вот такая вот плотненькая. Снизу шляпка. Возвращаемся к корзинке. Да я тоже маховика две штуки нашел. Здесь старые грибы, грибниц. Новых грибов что-то я здесь не вижу. Такой большой, не сгнивший, хороший. Здесь он еще чистый, окажется. Вон здесь три штучки. Посмотрим вот этот. Хороший он. Не, он уже тоже. Шляпка мягкая, весь червивый. Посмотрим, как этот. А это тоже червивый. Не пойдет. Так. Так, ну тут, наверное, можно собрать. Это вроде красавца. Да. У меня уже одна корзиночка есть. Тут березовичков. Я помню, мы здесь ходили, но столько здесь не было. Выросли. Все, начинаем сбор этой кучи черноголовиков. Корзинки, правда, и так полны. Но вот таких... Ну, столько черноголовиков в одном месте я давно не видел. Прям вообще и здесь вот еще, еще черноголовик. Будь здоров! Такое красота! Среди поганок. Ну, это, конечно, да, это супер. Такие красавцы. В одном месте. Один другого краша, да? Да. Плотненькие. Но в руку не помешается. Вот это да. Наверное, штуках 30. Даже считать не буду много.
красавчики. Так, еще. Несем в корзинку. Вот, тут маленький. Супер, супер место. Ну все, здесь уже все забито грибами. О, а вот я это даже в первый раз не заметил. Только сейчас увидел. Тут вот они какие. Ну это, конечно, надо это, надо точку в GPS отметить, да? Чтобы сюда в следующем году прийти. Ну это вот прям вообще супер. Сейчас приложение отметим, это грибное место. Где-то видел подберезовички. Вот они. Красавцы. Да не, я, может, это не обратил внимания. Не заметил. О, здесь еще. Здесь еще подберезовички. Черноголовик тоже возьмем. Вот тут еще. Подберезовички. Столько грибов. О, маслята. Маслята тут. Тут вообще место-то неплохое. И маслята, и черноголовики вон. А? Сейчас сюда корзинку принесу. Ладно, надо точку отметить. А можешь принести сюда мою корзинку? Там рядышком она. Здесь просто куча этих маслят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Вон там черноголовик еще. Надо бы перекладку сделать. Да. Просто. Да. Так, собираем маслята. Сделаем. Переложим в пакет. Я не очень люблю пакеты. Но иногда, когда грибов слишком много.
Так, мы пособираем маслята. Так, это у нас Леша масленок. Это червивый. Хотя вот здесь вот более-менее. Так, ну эти два маленьких, я думаю, можно сразу же брать. Так, эти грибочки идут. Так. Еще один. Тоже думал, слишком маленьких, чтобы в них завелись, успели. Но надеюсь, что нет. Дома почистим, масло пособираем. Так, ух ты, тут вообще красота. Такие малыши. Масленыши. Малыши, масленыши. Вон сколько их тут. Полно. В одном месте. А я здесь все маслят собираю. Червивый. Тут хороший. Тут тоже черы. Хотя нет, чистики. Масленок тоже вкусный гриб. Масленок. Ложку съели, шляпку не успели еще. Так, сколько здесь маслят-то наросло. О, грибы-то все не заканчиваются. Еще один грибочек. Просто какой-то. Еще один. Три таких черноголовика. Кидаем все, чтобы корзиночку. Так, смотрим дальше. О, еще один грибочек. Это тоже такой. Не очень. Так. Вон там черноголовики еще стоят. Подойдем к ним. Ну, старенькие уже. Так, идем дальше. Ух ты. Такой большой. Старенький уже. Ладно. Пройдем дальше. Вон там какие-то грибочки. На подберезовики похожи. Да, это подберезовики. Вот эти вот две штучки, походу, неплохие. Давай возьмем их.
Так, идем дальше. Что у нас тут? Маховичок. Маховик. Сирушки. Сирушки мы сегодня брать не будем. Вот маховички можно взять. Такие ничего. И чистенькие. Хорошие маховики. Вот тут еще маховичок большой, здоровый. Это червёвый. С этим не повезло. Так, идем дальше. Там что-то вижу. Придется дойти. Ну, обычные подберезовики. Мы их собирать не будем. Сейчас есть получше грибы. Лучше черноголовики. Вот маленькие, хорошие маленькие. Можно взять. Например, вот такой вот. Такой вот. Отлично будет. Маховики. Пойдет. А тут еще один. О, классный грибочек. Пойдет. Большой черноголовик. Оп. Тут грибница из подберезовиков. Весьма плотненькие, хорошие подберезовички. Сейчас посмотрим их на чистоту. Чистые. Значит, это должен быть чистый. Хороший, плотненький грибочек. Тоже хороший. Эти уже старые. Буду. Так, ух ты, чуть я не заметил. Класс. Кстати, вот это черноголовик. Вот еще один. Две штучки. Упавший или так вырос? Так вырос. Так его. Ух ты, какой. Такой. Да! Проходим уже на выход. Набрали две корзины. Один пакет и корзину грибов. Сейчас проходим через кусты. Каналу.
А? Тут хоть по канаве можно идти. Ну да, здесь какие-то. Ну кто-то здесь скала смотрит. Дебри. В общем, такая вот. Столько грибочков нашли. Дождик пошел. Если реально камытки кто-то шел, да? Ваших шляпах. А вот не стоило, когда мы походим. Да и так много.